Дорогие друзья, ну, ваш любимчик, это уже наша традиционная рубрика «Говорит Мамаду», так мы ее назовем. Ну, поделись своими впечатлениями, какие эмоции испытываем сейчас, перерыв в чемпионате, третья победа домашняя подряд, какие ощущения? Ну, мы уже перед сбором, что в этом году надо думать о 8-10 месте в чемпионате. Это наша цель. Но я думал, ребята, они еще поняли, что в этом году мы не будем бороться за выживание. Это наша цель. Хорошо, что у нас два победы подряд. Это очень хорошо для настроения еще перед болельщиком. Но мы очень рады. Да, Сергей Николаевич сейчас на пресс-конференции сказал, что даст вам 5 выходных. Правда ли это? Да, правда. Просто он нас сказал, если мы хотим 5 выходных, надо обыграть Рубина. А мы это делаем, слава богу. Да, вы большие молодцы. И чем будешь заниматься? 5 выходных предстоят. Как отдых будешь свой проводить? Ну, спокойно дома, с семьей. Вы знаете, тяжело, потому что у нас нет времени футболиста особенно на тренировках, на выезде и на базе, заезд в космосе. Не тяжело, но я очень рад, что я буду проходить 5 дней с семьей. 19 сентября получается следующий матч со «Спартаком» на кубок здесь, в Нижнем Новгороде. Большой матч, наверняка придет много болельщиков. Какие ожидания у тебя от этого матча? Ну, всегда приятно. Я уже сказал, что у нас сила это болельщики. Уже они уже потихоньку. Много это на трибуне. Это очень приятно это смотреть. Мы ждем их еще. И мы будем... Я не могу сказать, что мы будем побеждать сразу, но мы будем постараться, что рады болельщикам.